Red Seacraft.
Михаил, возвращайтесь. Значит, будете подходить к зеленому кранцу, который сразу у нас за кормой. Возьмете одну оттяжку на носовую часть. И потом уже кормой будете подходить к месту подъема. Ты творишь? Третий капитан, да разворачивайся ты через правый борт и подходи назад. Что ты творишь? Подходи к корме. К корме подходите, к корме. К корме судно, к корме судно подходите. К корме судно подходите. И к ОСу. Был.
Михаил, слышишь меня? Вот тут зеленый кланец у нас в конце под кормой. Вот тихонечко носом подходите, возьмете конец, и потом будем центроваться под кран. Носом, чтобы он сейчас с концом подошел к зеленому кранцу, который у нас находится под кормой. И от него будете тихонечко сплавляться кормой под газ. Понял? Помощник капитану. Помощник капитану. Ты понял, что я сказал или нет? Подхожу к... Я еще раз говорю, ты понял, что я сказал или нет? Подойди к зеленому кранцу носом, который у нас находится возле кормы. И потом будешь сплавляться тихонечко кормой под газ. И не делай ничего быстро, ты разобьешь мотобот, у тебя зарплаты не хватит. N4, copy that, over. Я тебе говорю, ты сейчас разобьешь бот. Marine Max, Moriarty Dacity.